Уважаемые коллеги, указы президента от 6 и 7 мая прошлого года о выделении участникам войны, ветеранам, инвалидам, жилья и легковых автомобилей по-прежнему вызывает много вопросов и много споров. Ветераны-инвалиды говорят, нас поделили на своих и на чужих. Люди стали ссориться между собой. Много нареканий в адрес президента. Они считают, пишут в своих письмах, что считаем установление временных границ по учету ветеранов-инвалидов, нуждающихся в жилье и автомашинах, несправедливым. У нас одинаковые заслуги перед Отечеством. В связи с этим прошу поручить Комитету Госдумы по делам ветеранов сделать запрос правительства о принимаемых мерах по обеспечению ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов локальных войн, тружеников тыла, жильем и автомашинами. Информацию прошу довести до сведения всех депутатов.